Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной объемную аппликацию в технике оригами. Два друга. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобятся ножницы, клей, декоративная клейкая лента, простой карандаш, дыроколы, цветная бумага. Основанием аппликации будет плотный лист бумаги синего цвета. Далее мы берем декоративную ленту и обклеиваем края. Основание аппликации готово. Берем лист бумаги желтого цвета, складываем его пополам. Далее мы берем ножницы. Ножницами мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. Разрезаем лист пополам. Из прямоугольника нам нужно сделать квадрат. Левый нижний угол тянем к верхней стороне. Теперь берем ножницы, отрезаем все лишнее. У нас получился квадрат. Складываем квадрат по диагонали. Теперь правый уголочек тянем вниз. То же самое делаем и с противоположной стороной. Далее переворачиваем нашу заготовку и сгибаем уголочек. Далее переворачиваем нашу заготовочку и сгибаем нижний уголочек. Вот что у нас должно получиться. Теперь берем лист бумаги желтого цвета, складываем его пополам. Далее берем ножницы и разрезаем. Из прямоугольника делаем квадрат. Далее сгибаем правый уголок к намеченной линии. То же самое делаем и с противоположной стороной. Далее нижний угол сгибаем вверх. Туловище готово. Далее берем фломастер черного цвета. Рисуем коготки. После мы берем крышечку, обводим ее на бумаге белого цвета карандашом и вырезаем ножницами. Это будут глаза. Из бумаги черного цвета вырезаем кружочек меньшего размера. Это будет зрачок. На бумаге коричневого цвета рисуем капельку и вырезаем ножницами. На одну собачку нам нужно будет две капельки вырезать. Далее мы берем клей. Мы работаем на клееночке. Приклеиваем глазки. Приклеиваем зрачки. Далее мы берем ножницы, берем наши капельки и надрезаем края. Из бумаги черного цвета вырезаем два треугольника, обрезаем верхний уголочек. Это будут носики наших собачек. Далее приклеиваем наши капельки. Берем лист бумаги зеленого цвета, складываем полосочку, сгибаем, разглаживаем. Далее берем ножницы и отрезаем. Затем складываем нашу полосочку еще раз, одну сторону, нарезаем бахромой. Далее берем карандаш и накручиваем наши полосочки. Теперь мы берем клей, тонким слоем наносим клей на траву. И приклеиваем к основанию. Далее приклеиваем туловище. Приклеиваем голову. Далее приклеиваем цветочек. Затем приклеиваем бабочек. Закончили делать мы нашу объемную аппликацию. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!